8 августа 2023 год. Запорожская область, возле города Ореха. Вот это у нас Луна и Юпитер. 4:42, что ли, сейчас по Киеву. По-прежнему сетую на отвратительную камеру своего телефона дохленького. Когда такая красота, хочется увеличивать ISO, хочется хоть как-то ее запечатлеть, пускай даже в таком варианте. Сколько здесь? Если у нас луна половина углового градуса, то здесь, наверное, градуса 3 угловых между ними, да? Да. Где ж ты, мой Nikon Coolpix 5000? Надеюсь, получу я его в обозримом будущем. Так, ну давай попробуем, может, поиграться. Фокусное. Нет, это неправильное решение. Давай попробуем что? Попробуем выдержку поменять. О, выдержка как нас резко затемняет все. Вот Юпитер и исчез. До Юпитера, ну, среднестатистически, 800-900 миллионов километров. До Луны, соответственно, от 357 тысяч километров до 405 тысяч километров. Так, ISO повышаем. О, засветка. Ну давай сейчас, вот это сейчас попробую максимальное ISO сделать и сейчас попробую уменьшить выдержку. Что нам это даст? Те же яйца, только в профиль, да? Да, к сожалению, конечно, никаких кратеров. Ну, как сказала одна из подписчиц моего YouTube канала, Лена, привет. Такую луну половинка луния назвала. Очень, по-моему, меткое название. Хотя она говорит, что это я ее назвал, но не важно. Кто-то из нас очень метко назвал такую фазу луны половинка луния. Ладно, завидую тому, у кого оптика получше. Будем ждать прибытия Nikon Coolpix 5000 и 125-кратной оптики. Так, сегодня у нас 8 августа, 8.08, памятный день для Грузии особенно, да, Сакартвело. 8 августа 2023 год сейчас.